указать слово, которое выигрывает. Вот смотрите, здесь указывали выигрышное слово, правильно? Да? Вот давайте посмотрим, какое слово является выигрывающим над словом ОРО. Забавная вещь. Это слово получено добавлением буквы О к буквам ОР. А какое слово является выигрывающим над ООО? Слово РОО. Чувствуется следующая штука. Если нам дать какое-то слово, то можно взять и сдвинуть все его буквы на одну позицию. Вот представьте себе, у нас было слово А1, А2, А3 и так далее, А1+1, А1. Это слово, были вы. Вот вы себе выбрали такое слово. Я хочу выбрать слово, которое будет лучше. Замечательно. Давайте думать. Я сделаю так. Я напишу здесь А1, А2, А3 и так далее, АН-2, АН-3. Сдвину это слово на одну позицию. И теперь возникает интересный вопрос. А что писать сюда? Многочление К-В-Я. У нас первый член уже имеется равный 1/2. Ну, то есть от 1/2 будет считать будет, потому что при сдвиге на одну позицию у нас происходит совпадение. Да? Вот. Замечательно. Это мы делаем такой достаточно большой член. Пусть R минимальное число, при котором после сдвига на R позиции происходит совпадение написанных друг под другом букв. Сюда надо написать цифру, которая не равна этой цифре вот здесь. То есть надо написать сюда, а это с палочкой. В статье написано, что надо внимательно посмотреть на формулу конвейера, и из этого все будет понятно. В статье есть еще несколько недоказанных фактов.